Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Сыны Западной Армении Артем Холанчан. Армянская идентичность. Глава МИД Германии посетила миротворческую бригаду вооруженных сил Восточной Армении. Наблюдатели ЕСЭ представили главе МИД Германии ситуацию в приграничном Ираске. Культурный геноцид. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов в депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдатели и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Татевик Азарян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Ран Честян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Арарат Оганесян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Людмила Цатурова, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Размик Саакян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Самвел Джулян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Артем Холанчан родился 22 сентября 1993 года. С детства любил музыку. Учился в музыкальной школе на отделении фортепиано. В дальнейшем для Артема музыка стала образом жизни. Параллельно Артем работал в техническом отделе общественного телевидения, также работал курьером. С 2011 по 2013 года служил в Нусакерте и Талише. Артиллерист-расчетчик, старший сержант Холанчан, был командиром взвода, удостоился благодарственных и почетных грамот. Во время апрельской четырехдневной войны 2016 года Артем втайне от семьи записался добровольцем. Не застав Артема дома, семье стало ясно, что он отправился на передовую. После окончания войны Артем пробыл в Чамбараке еще 25 дней. 27 сентября 2020 года, узнав о начавшейся войне, надев форму и ботинки, начал беспокойно ходить по дому. 29 сентября Артем пытался отправиться на фронт добровольно, но получил отказ. Артему позвонили из военкомата 3 октября, когда он с мамой направлялся к другу-однокласснику, которому уже пришла повестка из военкомата. Последний раз мама Арпине видела сына 12 октября. В последнем разговоре с мамой Артем заверил: «Не падайте духом, мы победим». 18 октября взвод Артема направили в Гатрут. После гибели тело Артема было доставлено в Ереван. Семье об этом сообщили позже из-за неверно указанной фамилии. 28 октября один из судмедэкспертов опознал Артема по татуировкам. Артем Холанчан посмертно награжден медалью за боевую службу Республики Армения. Вечная слава павшим в бою героям. Армянский народ, обладая сильным и мощным самосознанием, на протяжении тысячелетий создал культуру, соответствующую своему типу, которая по-своему воплощена в поклоняющейся солнцу вере армянской нации Мецлюс или Ареб, как идеология апостольства, просвещения, арианства, благочестия. Для подтверждения наследственной передачи, последовательности и взаимосвязи старой армянской веры с новой, Вестерн Армения ТВ провел исторический, культурный и лингвистический анализ. Первый анализ посвящен идеологии Ар-Ареви. Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок 3 ноября посетила миротворческую бригаду вооруженных сил Восточной Армении. Расположенной в Баловите воинской части, Бербок встретилась с командиром бригады миротворческих сил Министерства обороны Восточной Армении полковником Арсеном Мангасаряном, побеседовала с армянскими миротворцами и ознакомилась с пройденными ими путем участия в миротворческих миссиях в разных странах. Министр иностранных дел Германии также посмотрела
демонстрационные учения. В завершение армянские миротворцы подарили госпоже Бербок полотно с орнаментальным изображением армянского алфавита. Глава МИД Германии высоко оценила участие армянских миротворцев в различных миссиях международного миротворческого контингента. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила общину Ярасх Араратской области. Анналену Бербок встретил заместитель главы наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Марек Куберский. Наблюдатели сопровождали министра иностранных дел Германии на участок, где планировалось построить металлургический завод с армяно-американскими инвестициями. Строительные работы завода были остановлены из-за того, что вооруженные силы Баку регулярно обстреливали завод, в результате чего двое иностранцев, работавших на строительстве, получили ранения. Куберский показал министру иностранных дел Германии следы обстрелов на стенах административного здания завода, ознакомил с связанной с ним историей, отметив, что завод уже будет построен в другом месте. Куберский проинформировал Бербок, что они проводят наблюдательную миссию 6 баз оперативного наблюдения, отметив, что в моменты, когда они наблюдают приграничных районов, в целом никаких эксцессов не происходит и ситуация в целом спокойная. Министр иностранных дел Германии также интересовала, насколько далеко от азербайджанских наблюдательных пунктов находится Ярасх. Также то, как часто наблюдатели проводят мониторинг в секторе Ярасха. После получения информации министр иностранных дел Германии отправила в село Востан Араратской области для встречи с вынужденными переселенцами из Арцаха. Баку давно преследует цель осуществить культурный геноцид в Арцахе и сегодня не скрывает своего желания. Баку преследует цель осуществить культурный геноцид в Арцахе и во всех местах, где армяне на протяжении тысячелетий имели коренное присутствие. Это произошло в 1997 и 2006 годах в Нахидживане. Были полностью уничтожены все следы армянства. В определенной степени это началось в отношении находящихся под азербайджанским контролем армянских культурных памятников, особенно тех, которые близки к дорожно-строительным действиям, в основном кладбищ. Одним из желаний Баку является деморализация армянства, чтобы все армянство полностью забыло об Арцахе. Баку заявил, что армянские надписи и армянские следы перешедших под их контроль армянских церквей являются поддельными. Для их удаления уже создана рабочая группа. Несколько месяцев назад президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетив церковь Сурб Аствацацин в Гадруте, заявил: «Армяне осквернили наши мечети, точно так же они осквернили старые албанские храмы, но мы их восстановим». Все эти записи фальшивые. Кстати, армянская академическая мысль никогда не гнушалась упоминаемым в армянских литографиях терминами «Ахбан», «Ахбанг», поскольку армянская христианская община Арцаха и Утика была интеллектуальным и административным центром Ахбанской церкви со времен ее формирования. Католикосы Ахбана были армянами по происхождению, говорили и писали на армянском, не нуждаясь в том, чтобы оставлять на стенах своих монастырей и церквей надписи на других языках. Напомним, что согласно Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных столкновений 1954 года, ущерб, нанесенный культурным ценностям каждого народа, является ударом по культурному наследию всего человечества, поскольку каждый народ носит свой вклад в мировое культурное многообразие. Кроме того, согласно статье 4 Гаагской конвенции 1954 года, стороны обязуются уважать как свои культурные ценности, так и культурные ценности, находящие на территории другой страны, запрещая использование ценностей в целях, которые в случае вооруженного конфликта могут привести к разрушению или повреждению данных ценностей, воздерживаясь от любых враждебных действий против них. Стороны также обязуются запрещать, предотвращать и при необходимости пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных ценностей, а также вандализм. Согласно первому Гаагскому протоколу 1954 года, на оккупированных территориях также запрещено уничтожать культурные или духовные ценности. Второй Гаагский протокол 1999 года подтверждает это требование и квалифицирует такое деяние в соответствии со статьей 15 как международное преступление.
Действия по уничтожению культурных ценностей также запрещены Женевскими конвенциями и протоколами о защите жертв войны, законами и обычаями войны от 12 августа 1949 года, а также соответствующими резолюциями ООН и договорами по защите прав человека. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Western Armenia TV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершение новостей послушаем песню «Ертум». Հայրենիք նեկանչում, իմ սիրտն է տակում, քո մեղ հայացքում, սեղմիր կրծքի գիրնի սիրարատ, եթե ես հանչը հողում, Երդվել էի գա թեշ գրվից, հոգիտ մաքրել արցունքից, երդումս մայր հողին դրվել. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!